Ну вот, наконец-то долгожданный выезд в лес. Еду, забираю Стаса. Едем вдвоем. В планах охота, рыбалка. Вот, но планировали, конечно, идти пешком. Но я пока еще не ходок. После перелома ступни всего 3 недели прошло. Пока еще на больничном сижу. Нога побаливает. Ну, с собой лыжи все равно берем. А так едем на мотособаке. Что будет, то будет. Видно, что по дороге транспорт легковой не ездил. И большегрузный давно не ездил. Едем бампером, переднем, шибаем снег, как трактором. А сзади равняем уже прицепом. Убираем шапку. Ну, вроде пока идем, будем биться, сколько сможем. Сейчас не видно ничего, темно еще, только расцветает. Скинули, в общем, и прицеп. Сейчас, наверное, на машине так пробьемся, пока его бросаем здесь. Осталось ехать нам до точки 7-8 километров. Всего лишь. Дорога стала еще хуже. Сейчас будем пробовать дальше биться. В общем, мы решили развернуться. Где оставили прицеп, там снимаем собаку. И пойдем дальше на собаке. Потому что машина греется. Мы бампером передним гребем, как трактором. Снега выше колена. Сейчас разгребаем участок, разворачиваемся, идем обратно к прицепу, там бросаем машину. Но не пробились мы буквально 5 километров. Можно пробиться, но решили этого не делать. Машина кипит, не будем ее греть, хандохать. Не хватает нам немножечко просвета. Так она не знает, она в масле или в чем? Стас? Не спрашивай, она в чем-то, блядь. Ну все, в общем, так вот поставили вы машину, прицеп. На такую поляну разместили, разъездили. Снега, конечно, полно, но вот я тут проходил. Без прицепа то машина нормально бежит, но греется. Снега полно. Сейчас упаковываемся и выходим. Пока тут шмотки собираю, этот куда-то пошел, что там пошумел, пострелял. О, куропаточка. Результат. Ну, хорошая. Ну вот, нам сегодня суп. Молодец. Добрый суп. Добрый суп, да, с полем тебя. Спасибо. Ну вот так вот, кто-то собирает вещи, кто-то ходит на охоту. Без масхалата, так на дурника, да? Ну вот, мы сегодня потеряли весь световой день. Хотели поставить жерлицу, но не довелось. Вот, бьемся. Снега по колено, потихоньку, помаленьку. Сейчас дошли до точки. Осталось до озера буквально километр. Снова целяк. Отсоединяем санки опять с барахлом. И пойду сейчас вперед один пробиваться. Вот до сюда я доходил уже. Днем сегодня развернулся. Вернулся обратно, забрали вещи сюда, приехали. Сейчас пойдем опять. Снега, мама, не горюй. Вот, только если на снегоходе ездить. Собака хоть и мощная, гусянка широкая. Не тянет она. Зарывается. Из-под себя снег выкидывает. Не хватает ей массы. Но сегодня день продуктивный. Потихонечку поохотили. Добыли 4
куропаток. У нас будет вкусный ужин сегодня. Ну, две-то, по крайней мере, съедим, а две оставим. Вот, весь день бьемся и решили сделать себе перекур. Поесть горячего. А то сил больше нема. Сейчас перекусим и двинем дальше. Может быть, ночью в уже будем. Может, здесь ляжем. Может, здесь ляжем, да, за ночью. Ну вот у нас время где-то примерно 7:30 вечера. Мы сегодня бьемся с 11 дня утра. В общем, с 11 часов. Пробились мы до озера наконец-то. Вот снег. Мама, не горюй, выше колена. Вот такую мы дорогу пробили. О, лучше видно. Ну, уровень дороги получился где-то по вариатор. Глубоко. Стас шел на лыжах впереди, мял дорогу, а я шел, собаку вел. Сейчас вернулся, забрал наши вещи, которые мы оставили на зимнике. Стас пошел по озеру пока на лыжах. На озере тоже много снега. Ну, мне примерно еще до него с километр. Ну, я думаю, минут 15-20 и догоню его. Ну вот, наконец-то мы в избе. Готовимся ко сну. Приготовили покушать наш скромный такой ужин. Сегодня мы уработались по полной программе. Пробивались долго через лес. На озере полметровый слой снега. Под ним слуз. О, беда. Короче, наколупались мы по полной программе сегодня. Вот спится в лесу. Стас там уже дрова пилит. А мы сегодня поспали до обеда. Да, бедные наши кормультуки. Вчера попали в такие снега, в такие проходы. Ну вот, работали хорошо. Попал только один патрон осечный. Феттер у меня, тройка в контейнере. Ну все, заработало, все поржавело у нас. Вот вчера, конечно, неплохо с такими снегами. Ну, верой и правдой отслужили. Ну все, оружие готово к охоте, но мы сегодня не собираемся на охоту, потому что вчера дичи набили, а дичь мы бьем по потребности. Сколько нужно для еды. Ползал на крышу, в избе давно никого не было. На трубе была большая-большая шапка снега. Стас топил печку. Дымило. Вот. Залез, почистил. Ну вот уровень снега на крыше. Наверное, ну, за последнюю неделю. Снега очень много. Ну все, идем к собаке. Мы тут вчера два раза проехали, завозили вещи. Вот немножко подмерзло. Чутка совсем, конечно. У собаки забивает гусянку, забивает катки. Ну, немножко подморозило. Радует. Ну все, добрались. Собаки все обслуживаем, отбиваем от нее лед, разворачиваем, ставим на ход ноги к дому и здесь оставим ее дня на два.
рябового готовим. Ой, красота. Лепота. Вкусняшка. Успел в тепле, ё-моё. Все в кайф, блядь. Пожрать сварили. И все, я на адмирала Макарова жил. Я пешком первый класс в БАУ на плечо закинул, там ключи, там коньки, все, мундирование, блядь. Ну вот, сегодня утро нового дня. Только расцветает. Тишина. Полный штиль. Но снег все равно сыпет, сыпет и сыпет. Ну что, Стас, клюет? У меня тоже не клюет. Не хотит, да. Столько лунок побурили в поисках. Тишина. Ну вот, будемся, будемся. И не клюет. Стас мормышки уже перевязывает. По методу Фрейда. Там вкуснее, да, мормышка? Не хотит. О, набулькались по снегу. Лунок много-много насверлили. Много обловили мест. Но ничего. Глухозимье. На озере тишина. Ничего не клюет. Ну ладно. Идем в избу. У нас там еда есть. Сейчас приготовим и покушаем нормально. Ну вот и все. Собираемся домой. Три дня провели на озере. Не поймали ни одной рыбки. Озеро закапризило, рыба не клюет. Ну, по охоте вроде нормально все, повезло. С рыбалкой никак. Глухозимье. Даже не ставили жерлицы, потому что не на что их ставить. Ну, ничего, отдохнули хорошо. Все в порядке, сейчас еще будем выбираться до машины. Но дорогу-то промяли в лесу уже, легче будет. Может быть, что-нибудь там походим еще по пути. Ну, вроде потихонечку ползем. Вот то, что мы три дня назад пробили здесь дорогу. Полметра, блин, колея глубиной. Тут ветер не дул сильно в этом месте. Тут ее не задуло, дорогу. А сейчас там озеро шли, все перемело, опять так пробивали снова. Но так дальше вроде нормально. Пока бежим. Скоро уже зайдем в лес. Там, наверное, еще лучше дорожка будет. Ну вот, добрались до дома. Как-то вот так вот перед выходом из леса постреляли. Неплохо, в принципе. Куропаток побили. Иди ты отсюда, уйди. Что ты тут не прицепилась-то? Уйди. Тормози. Замерзли в лесу все камеры. Не могли снимать там, как у нас была охота проходила. Как стреляли. Постреляли неплохо, в принципе, я считаю. Видали много косачей. Но далековато все. К ним не подойти. Снимаются с дерева, уходят. Но такие два стада хорошие. Одно стадо, наверное, штук, наверное, по 35. Другое стадо, наверное, штук под 15, там 20. Дичь в лесу есть. Лес богатый. Охота удачная. Рыбалка никакая. Рыбалка не получилась, потому что особо мы там на озере нигде не катались, потому что полметра снега,
Под снегом вода, собака роется, зарывается, не пройти. Вот. Ну, будем дорогу сейчас держать. Через неделю снова поедем. И постепенно будем накатывать, набивать дорогу.